Сегодня у нас большое культурное событие и прекрасный праздник. Зональный этап 32-го областного фестиваля народного творчества «Обильный край благословенный», посвященный году культурного наследия России. В указе президента России Владимира Владимировича Путина прописана основная сверхзадача – продвижение народного творчества, сохранение культурных традиций, уникальных объектов культуры и памятников. В нашей стране издревле в мире и согласии проживают представители около 200 национальностей. Уникальное многообразие обычаев, традиций и языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим. В этой палитре особое яркое место занимает самобытная культура народов Оренбуржья. И сегодня вас ждет большая конкурсная программа лучших творческих коллективов Оренбургского района! Дорогие друзья, вас приветствует глава муниципального образования Оренбургский район Василий Николаевич Шмарин. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жюри, наши замечательные артисты, кто сегодня будет выходить на эту сцену и радовать нас своим творчеством. Действительно, наверное, великая вот культура народов России, его самобытность. И самое главное, что сегодня есть те, кто восстанавливает истоки давно забытого старого, возвращает нас к той истории, с чего начинали наши прадеды. А у нас очень большая и великая история, в том числе и культуры. И поэтому хочется сказать большое спасибо всем, кто сегодня вот занимается этим делом, и мы можем воочию увидеть с вами и насладиться тем, что, чем занимались наши предки, какие песни, какие художественные номера они представляли. И это здорово. Я хочу сказать, что в Оренбургском районе свято чтят традиции культуры. Это говорит о том, что занимается у нас 436 культурных формирований, где занимается более 5000 человек. И действительно, вот то, что они делают на сцене, преподносят нам с вами, это дорогого стоит, и действительно мы получаем наслаждение. Я хочу сказать, что сегодня мы увидим эти номера, и уверен, что это праздник. Праздник, который нас не может ничем омрачить, несмотря на тяжелые времена, которые и переживаем с пандемией, и с тем, что сегодня происходит в мире. Но российский народ всегда жил дружно на территории Великой Руси. Всегда было место всем нациям, всем конфессиям. Это очень важно. Мы, наверное, самый миролюбивый народ на земном шаре. И действительно, нам нечего делить. Для всех хватит места под ярким солнцем. И очень важно, наверное, что сегодня и через культуру мы выражаем свое отношение, свое мнение к тому, что происходит сейчас в мире. Не зря этот год, 22-й год, наш президент Владимир Владимирович Путин объявил годом культуры народов России.
Мы свято чтим наше прошлое, живем настоящим и никому не позволим позариться на наше будущее, наших детей, наших внуков. И хочу пожелать всем нам действительно хорошего праздника, ну, артистам хорошего выступления и всем замечательного настроения. Спасибо. Спасибо, Люба, этому Николай, за добрые слова поддержки. Дорогие друзья, позвольте под ваши, конечно же, дружные аплодисменты представить наше многоуважаемое жюри. Вероника Анатольевна Колесникова, заместитель начальника управления культуры, искусства и образовательной политики Министерства культуры Оренбургской области. Ольга Владимировна Савенко, заместитель директора регионального центра развития культуры Оренбургской области. Оксана Васильевна Качаева, главный специалист по вокально-хоровому жанру регионального центра развития культуры Оренбургской области. Ваши аплодисменты. Татьяна Анатольевна Гончаренко, главный специалист по хореографическому жанру регионального центра развития культуры Оренбургской области. Ирина Ивановна Нияскина, главный специалист по инструментальному жанру регионального центра развития культуры Оренбургской области. Юлия Валерьевна Леонтьева, главный специалист по фольклору и казачьей культуре регионального центра развития культуры Оренбургской области. Дорогие друзья, все наши судьи, признанные профессионалы своего дела, настоящие ценители искусства. Они определят лучших из лучших. Итак, мы начинаем конкурсную программу творческих коллективов художественной самодеятельности Оренбургского района. Загадочна наша Русь православная, Русь былинная, Русь святая, сарафанная, вышитая, пшеничная, белоствольная, синеокая, песенная да перезвонная. Расскажи-ка, Русь, нашим дедушкам, подскажите и вы, гусли яровчатые, как во старину-то вы играли-то, звуки издавали гусли звонкие, как народ вы потешали-то и радовали, как в годину горькую вы плакали, как богатырей Руси вы прославляли, тех, кто защищал всю землю русскую.